Всем добро пожаловать в третью по счету серию прохождения новой игры Dying Light. Я надеюсь, она вам нравится. И с вами снова Эдисон. Да, привет, ребята, мы продолжаем. Получите у Спайка задание. Привет. Так, ладно. Спайк, I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. Чайник, сам ты чайник. All right. Shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One is food. First aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Ryze's thugs. And without antizin, we're basically screwed. Ryze and his boys only operate during the day, because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. А как их взрывпакеты для смены оружия? Ого, так, труба. У нас есть труба. Так, ладно, ща. Давайте если... Ребята, я не хочу играть тут ночью. Я не знаю, ключ к выживанию. Мародерство. Мародерство, ключ к выживанию. Понял. Ребят, я не знаю, кто смотрел трейлер, но ночью тут такое творится, что, мне кажется, никто не захочет играть ночью. Так. Ножка стола. Ребят, я не хочу вас убивать. А где у нас находится файер хренакерсы? Сейчас я посмотрю, потому что я сам не в курсе. Я сам не в курсе. Так, назначение клавиш. Движение. Действия. Атака. Пинок. О, пинок на букву Э. Это нужно знать. Захват на букву У. Ну, на Альт. Это тоже нужно знать. Оглянуться Б. Чувство выживания Q. Использовать F. Ага. Это нужно знать. Это 100% нужно знать. Инвентарь. Фонарь. Вылечить. Дальше. Так, сейчас. Так, ребят, я не в курсе. Вообще не в курсе. Инвентарь, задание, навык. Как... Охотник, ага. Взрыв плевок мне не нужен. Удар на бегу. Движение. Я не в курсе, как используют вот эти хрени. Файр... Хренакерсы. Главное, чтобы нас никто еще не укусил. Поэтому нужно хотя бы сюда забраться. Вот. Понял. Зря я кинул, но, в принципе, нужно было проверить, потому что я вообще не в курсе был. Так, ладно, побежали. Вот паркур, без паркура эта бы игра была вообще... Не знаю. Фигнёй. Подготовить ловушку для миссии. Нет. Listen, our runner's trying to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's in a courtyard by Zephyr and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. Ладно, сейчас поможем чуваку. Вижу, куда нам нужно идти. Ух, громила. Давайте лучше вот так будем. Тут же для этого куча вот этих крыш сделана, видите, то есть переходы. Так, а на крышах еще даже лут можно классный найти. То есть сундуки спрятанные. Видите? То есть можно в домы заходить. Эта игра реально крутая. То есть мне она действительно нравится. Ну, пока, на данный момент. Не скажу, что прям... О, это что? Статуэтка. Опа. Двери можно ломать. Пофиг, знаете. Электроника. Это нужно. Так, больше я ничего тут не вижу, да?
Ночью я не хочу. Ночью я, наверное, обкакаюсь сразу. От страха. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Даже бой тут, если честно, крутой. Так. Ну, энергия кончается, как в Dead Island. Нужно, походу, по голове бить, в принципе, нормальный урон. Так, обыскивайте тела. Класс. 8 баксов. Я там зомби слышу. Я там зомби слышу, не человека. Oh man, I think it's too late for this guy. Shit. All right. Finish it. Ooh. Don't let him suffer. Okay, it's done. Fuck. You had no choice. Ну да, в принципе. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. А как? Вот тут. А, вот. Класс. Есть свет. Зашибись. Мы открыли безопасную зону. Oh, shit. How's it coming? Got the lights on? Ага. Almost. Just give me a second. Ага. Вот, вижу. Так, доберись до крыши здания и свяжитесь в ВГМ. ВГМ. Так, залезай, залезай, залезай. Опа. Ну почему ты иногда не хочешь тупо залазить? Так. Я вижу сундук. Так. Сигареты, кофе. Зашибись. Нужно болтаться потихонечку. Может, что-то полезное найдем в доме. Это всегда, то есть, видите, даже подсказка нам была, что мародерство это путь к нахождению каких-то классных вещей. Ну, не каких-то классных вещей, а чего-то прикольного, да, то есть, полезных вещей, да. Вот видите. А ботиночки нельзя взять, не? О. Видите, туда, тут все, короче, можно лутать. Тут ничего нету, нет. Так, ладно. Нам нужно туда забраться. Так, сундучок. Взлом. Чтобы взломать, двигайте булавку клавишей или поворачивайте отверт клавишей. А, так вы можете... О, первый сундук, который мы открыли. Ну, не сундук, ящик, да? То есть сундук привыкли, да? Простая труба, возьмем на всякий случай. Титан, улучшение оружия, возьмем, пригодится. Нам туда нужно или наверх нам нужно? Наверх нам нужно. А как наверх нам залезть? Ага, вот. Ребят, тут за то, что ты бегаешь, припрыгиваешь, лазаешь, тут за это даже опыт дается, то есть увеличишь уровень своего паркура. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. We want to see it. The breeze, the crash is done. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. Ага, то есть безопасные, да? We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. Ну понятно. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task. Еще ловушка. There's another car close by. Ребята, сейчас уже ночь, я не хочу спускаться. То есть я не хочу ночью. Вот так нужно делать, да? я уже сам добрался.
Так, где еще машина? Быстренько. All done with the car, Spike. Keep on like that, you just might make it. The next trap's close by. I should have to tell you. Так, куда нам дальше? Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. Так, побежали. Ночь. Я прям настолько не хочу ночью что-то делать, что вы себе даже малейшего представления не имеете. Ночью это просто сыкотно, настолько там же необычные зомби ночью бегают. Даже с обычными было бы стрёмно, потому что это всё-таки ночь. А там еще какие-то мутанты твою специфические, да? Так, еще один открыли ящик. А нам еще столько заданий выполнить. Фу. Вы нам дали задание на ночь глядя, да, можно и так сказать. Ух, а сейчас куда? Так, ладно, сейчас мы что-то придумаем. Сейчас мы что-то придумаем. Нам наверх нужно, да? Так, орел. Нет. Вот. Твою мать, а? Сейчас мы опять туда залезем. До ночи мы, наверное, вряд ли успеем. Точнее, ночью нам это нужно будет и выполнять. Вот. Класс. Опа. А тут куда? И как мне сюда залезть? То есть... Не нужно сюда перепрыгнуть, вот, через вот это, походу. Так мы просто залезть не сможем. Ух. Ща что-то придумаем. Ага, вот. Вот, понял. Пожалуйста. Пожалуйста, давай допрыгнем. Ху, ну там как бы не допрыгнуло, да, но все же это сделано так, чтобы смог допрыгнуть, потому что это вообще. Окей, lights are all set. Ночь. Hey, Crane, guess what? I'm up on a balcony, and I got eyes on you from here. Looks like you're doing okay. For a newbie. Этот мудак его заколебал, если честно. Just try and get back here one piece, all right? Вот повышение уровня ловкости. Ловкости. Ночь. Ребята, ночь. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Not again. All right, listen. There's a power substation near. Ладно. Ух, ладно. Так уж и быть. I'm going as fast as I can, Spike. Твою мать!